Через всем рынком. С вами Катя, и мы сейчас будем обустраивать дом. Построили дом и сейчас будем обустраивать. Если честно, в этом наборе нету телевизора, поэтому покупать его можно, но он такой прикольный. Советую купить, он очень прикольный. Сегодня мы будем обустраивать только из вот таких вот, именно из этого, из этого набора будем обустраивать. Потому что, телевизор мы возьмем из другого, не только из этого набора. Я немножечко ошиблась, не только из этого, из каких-то еще других будем тоже обустраивать, конечно же. И тут очень красивые картины, тем более здесь еще море. Поэтому очень-очень прикольно, советую. Здесь нам из туалета дали только ковер. Никаких там ни зубных щеток, ни пасты никакой, ничего, кроме этого полотенца. И еще здесь нам тоже дали полотенце, вот такое. Я не понимаю, зачем именно так давать? Дали бы что-то другое, щетку какую-нибудь. Это, конечно же, для нашей Катюши будет. Вся косметика. И в реальной жизни зовут Катюша. Разные крема. Волосы, фен, конечно же. Разные штучки. Конечно же, туалетная бумажка. Теперь это все мы должны поставить сюда. Как это я сделаю? Вопросы. Давайте тогда не подставочку. Давайте не такую подставочку. Давайте, дай бог, не эту. Подставку висюльку пусть будет. Вот так. Подставка пусть висюлька. Подставочка висюлечка. Подставочка висюсюсюлечка. Подставочка висюлечка. Я люблю так говорить. Ребята. И, кстати, Катя переименовалась, и теперь ее зовут не Катя, а Силия. Не знаю, она так просто... Ей понравилось это имя. Она просто... Она узнала. И родители сказали, что такое сейчас популярно. Поэтому теперь ее Силия зовут. Да божечки, мамочки! Давайте мы ванну из-за этой щетки удалим. Ужас. Да боже мой. Хорошо. Сейчас мы достанем вот этого дядю. Вы видели? Так тряслась, а потом вот так... Поднимется уже, Серёга. Ладно, потом уже с вами побудем. Давай уже, понятно. Это будет... Где вообще они будут?
как сказать? Жить! Это их будет комната. Вот, косметику мы поставим сюда. О, слава богу, взялось. Слава богу, взялось. Две кисточки. И всякие тут домати мы еще поставим, потому что это как бы для ухаживания, и это как уже макияж. Скоро приедут родители. И привезут детей. Они еще маленькие, крохотки. Поэтому мы потом... Уже ж как бы зима. Это просто... Я для других обустраиваю. И уже ж зима в их городе. Зима. И к ним приедут гости. И они пойдут кататься на коньках. Все такое. Это я для других обустраиваю. Поэтому, ребята, не беспокойтесь. Это не для Силии и Джона. А просто обустраиваю домик. Кого-то там другого. О, у меня сердечко. Очень прикольненько. Шкаф мы поставим туда. Прикольно же. Такой коверчик. Вот такую вот подставочку. И сверху у них картинку. Теперь гостиная, конечно же. Еще раз говорю, здесь вам ничего не дадут, кроме вот этой вот колонки, микрофона, пузырьков и фотоаппарата. Вот больше никакого телевизора. Ничего вам не дадут. Поэтому берите от старых. Я возьму от бесплатной локации. Возьму телевизор. Потому что делать-то мне больше нечего. А телевизор хочется поставить. Телевизор-то хочется поставить. Телевизор поставить все-таки хочется. Ой, зачем это кресло? И кухня. Скидка. Вот такой. Теперь столик, ребятенька, ставим. Ребятенька. Хорошая у меня. И ставим стулья. Два стульчика, потому что
Вы поняли, почему. Потому что их тут двое. Зачем 14 стульев ставить? Так, бокальчики, мороженку. В середине тортик. Как я когда-то в прескуле нам давали кушать. И я такая: мама, что-то сегодня кушать такое странное давали. Вокруг маленькие картошинки, а посередине дохлый помидор. Это было так смешно, когда я маме рассказала. Ну, короче, вообще. Вот. Это было так смешно, мне очень понравилось, когда мне мама рассказала. Вообще, я это сама помню, поэтому я вам сама рассказала это. Да, она переименовалась, я говорю еще раз. Василий. Кстати, это мама ей написала, чтобы она переименовалась. Вот, и вы только посмотрите. Сейчас будем делать дальше. Так, и здесь баничка. Ребята, подписывайтесь обязательно на мой канал, ставьте лайки и всем пока-пока!